Якщо хтось думає, що житиме у щасті, радості та мирі після того, як посіяв насилля та жорстокість, він помиляється. Це неможливо. Той, хто посіяв вітер, пожне буревій. Я знаю тільки крихти про війну, яка зруйнувала життя моїм бабусям і дідусям. Мамин тато виріс сиротою в Білорусі. Німець вбив усю його сім'ю. Татові батьки були вигнані в рабство з України в Германію. Після війни радянська система донищила мою родину. Мамину маму на 15 років вислали з Києва до Уралу, без права повернення в місто. Сироту-підлітка маминого тата кваліфікували як неблагонадійного. І також вислали до Сибіру. Острабайтерів татових батьків назвали предателями родини. І все життя вони мусили гнути спину в колгоспі, не сподіваючись на помилування. І таких, як вони, були тисячі. Розмов про пережите вони уникали, аби уберегти. Чотири місяці проживши на передовій, по прямой стріляй, просидівши в окопах, проїздивши у танках і БМП, я на собі відчула, що таке війна. Міномети пішли. Ти жива, нормально? Да, сама. Як діє система? І що означає батьківщина для тих, хто каже, що її захищає? Как вы думаете, из-за чего это все началось? Это началось, это Киев. Вот если бы у нас, как раньше была Снежаночка, это ж не при тебе, это ж не знаешь, а я ж знаю. Как раньше, когда Союз был, никто, никакие депутаты не работали. Это 450 дармоедов принимает каждый день законы. Ты сама подняли, опустили. Не это. Каждый подстроил под себя законы. Гудбай, Европа. Кабинет министров Украины окончательно решил. Договор с Евросоюзом стране не нужен. Сторонники евроинтеграции объявили бессрочную акцию протеста. С требованием отставки Азарова и подписания соглашения с Евросоюзом украинцы уже выходят на Майдан. Когда весь мир рассказывал об избитых студентах Майдана, российское телевидение рассказывало об избитых сотрудников. Истерика. Именно так глава российского МИДа характеризовала реакцию Запада на отказ Украины. Движуха в Киеве вроде как успокаивается. Палки с металлическими наконечниками по-прежнему раздают всем желающим, так называемые коменданты Евромайдана. Производство оружия для давно уже немирного протеста поставлено на поток. Это напоминает мне больше не революцию, а погромы. Попытка оппозиции раскачать действующую, легитимную, хочу подчеркнуть, власть в стране. Денис Олег Аркадьевич. Новоазовск, Донецкая область. Вы гражданин Литвы, Украины? Да. Что вы делали в Ростове? Стажировались в диверсионная группа. Был митинг коммунистов. Где? В Новоазовске. Город маленький, митинги не часто собрались. Но решил пройтись, прогуляться. Было где-то в марте месяце. Вот так вот. Разговорились с двумя парнями, Колей и Сережей. Это местные жители? Да, местные. Говорят, у тебя интернет есть? Я говорю, нема. Они свой предложили интернет посмотреть. Чтобы вы их интернет посмотрели? Ну да. Зачем? Ну, интересно, что ж в мире творится. Вот. И что они вам показывали? Антимайдан. Они очень негативно воспринимали это все. Что именно? Ну, что недовольны были киевской хунтой. Вы хоть слово «правда» слышите с наших телевизоров? Нет! Поэтому вот этот митинг – это единственный наш способ донести правду до наших людей. Брехня, коли кажуть, що тут бидло. Тут справжні українці, нормальні люди. Покажіть на всю Україну, які вони красиві, які вони мужні. Два рази в неділю вони ко мені під'їжджали. Предложили подзаработать, зная, что я временно не работаю. Перешли границу, приехали в какой-то котлован, сверху посадки. Сидят
5 тел славянской национальности. Это... Пустое оружие было, автоматы Калашникова, РГД. Один проболтался, что они, мол, бывалые во многих точках. Нам сказали, что вы отныне будете диверсионная группа. Куда скажут, туда вы и пойдете. Москва готова совместно с Евросоюзом искать пути выхода из украинского кризиса. Силовики ведут по мітингувальниках прицільний вогонь зі снайперських рушниць. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите з заявою, що Білком йшов у відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я вам кляну. Кучма проиграл, Янукович должен не проиграть. Это прямая попытка государственного переворота. Ее нужно немедленно остановить, ввести войска в город Киев. Коновалов Роман Степанович. Откуда вы, Роман Степанович? Донецк. Снайпер – это хантер. Я. То есть вы были снайпером, правильно? Да. Какая мотивация? Почему вы пошли работать? Вам за это платили деньги? Нет, денег не платили. Угу. Просто что-то... Что-то хотелось изменить в лучшую сторону в этой стране. Путем убийства людей? Нет, не путем убийства людей. Ведь в Киеве на баррикады тоже люди пошли, чтобы что-то изменить. На Украине уже настоящая гражданская война, да еще с авиацией и танками. В оточении опинились украинские військовослужбовці у Севастополі, Балаклаві, Феодосії, Керчі, Перевальному. Крим поступово опиняється під цілковитим операційним контролем Росії. Представители Совета Федерации России предлагают ввести на юго-восток Украины миротворческий контингент. Кримські події стали каталізатором подій по Східній Україні, Луганська область, Донецька область. Произошло то, что и должно было произойти. Ренат Леонидович Ахметов, который контролировал данный регион, он понимал, что он может остаться неудел. И он начал вкладывать в этот бизнес-проект деньги. Не только он. Тот же самый Янукович в этот бизнес-проект вкладывал деньги. В движение, да? Сепаратизм. Киевские сволочи, хунта, руки прочь от Новороссии. Схід України прокинувся у передчутті надзвичайного стану. Вночі у Харкові озброєні сепаратисти захопили будівлю обладміністрації. У Луганську – приміщення СБУ. У Донецьку і те, і інше. Штурми в усіх трьох областях проходили одночасно. Карась приїхав неділю назад. Хто такий, я не знаю. Говорив, що поставили його з Донецька сюди. Які задачі должен був виконувати? Должен був зібрати армію. Для чого? Для того, щоб протистояти армії. Якої армії? Української. Потім произошло те, що произошло. На определеному етапі джин вийшов із бутилки і перестав бути контролюватися. Усе, як раніше, відбувалося за майже цілковитою бездіяльності силовиків. Натовп скандує «Росія». Мы находимся на базе «Беркута», Донецкого «Беркута», который сегодня сложил полномочия. Командир отказался выполнять приказания так называемой новой власти в Киеве, потому что не хочет подчиняться бандитской власти, как он сам сказал. Мы дошли до той стадии, когда силовые ведомства и многие их, ну не скажем все ведомства целиком, но многие сотрудники этих ведомств открыто переходят на сторону противоборствующей стороны. И, в принципе, местным населением это воспринимается на ура. Я не могу понять, почему колонны боевиков сопровождают офицеры службы ГАИ, государственной автоинспекции, и это воспринималось нормально, и это воспринималось на уровне местных правительств, областных администраций, районных администраций. Ми не даємо коментарів. Ну ви можете пояснити, що ви робите? Ви забезпечуєте порядок чи що ви робите? Общественний порядок. Общественний порядок. Порядок. За що вам сьогодні люди вийшли на площу? За мир. За то, щоб покоювати свою землю. Ми ні на кого не нападаємо. Ми захищаємо свою землю, свою родину, свою свободу захищаємо. А хто на вас нападає? За хто? За наша пункта Києва. Мені просто, як воєнному, абсолютно непонятно.
почему государство проиграло первую стадию информационной войны. Армия, собранная из националистов, гвардии и подразделения АЗОВ, правый сектор на 9 боевых машинах десанта, БТРи, вооруженные крупнокалиберными пулеметами, гранатометами, пришли в Мариуполь штурмовать местное отделение милиции. Застрелено от 7 до 45 человек. Здание ГУВД Мариуполя после штурма карателей выгорело дотла. Ті, хто розраховували на дестабілізацію, для того, щоб перетягти, як кажуть, ковдру на себе, ну, я так думаю, їм це вдалося. І зразу, ну, був створений образ ворога в образі української армії. На жаль. Эти падлы стреляют в женщин, в детей. Два пацана убегало с блокпоста, им автоматчики стреляли в спину. А тому 18 лет, второму 22, они погибли. Вот у меня ребята так, ну, я их заставляю чисто, скажем так, в разведывательных целях. То есть мы анализируем ту информацию, которую дают российские каналы. То есть ребята смотрят этот канал и вот так говорят, чисто субъективно, командир, если посмотреть его сутки, начинает казаться, что я не за тех воюю. То есть теперь представьте люди, которые там в Донецке зомбируются этими российскими каналами уже 4-й месяц. На помощь мариупольцам из Донецка выехали несколько десятков ополченцев. Защищаем интересы Российской Федерации. Что как? Российской Федерации интересы защищают. Мы кадыровцы. Мы happy to be here with our brother from Ukraine. And so we're here to struggle for peace. And for... Государственный аппарат дал серьезный сбой, что допустил вообще нагнетание этой ситуации. Сначала это упорное нежелание признавать, что вооруженное формирование есть на нашей территории. Потом упорное нежелание понять, что эти формирования растут и начинают представлять собой какую-то серьезную силу. То есть попытка заигрывать на политической сцене. Все мы видели, как это происходило. А почему-то никто не дал команду. Жестко все эти вещи пресекать. Да, погибло там 10, 20, 30, 40 человек. Но не гибли бы сейчас сотни. Координують сепаратистів російські спецслужби, заявив Турчинов. Будуть проводитись антитерористичні заходи. Ніхто не хоче воювати. Страшний чоловік будуть продовжуватися. Ну, ситуация, мы все заложники какой-то, может быть, ситуации или еще чего-то. Скажите, просто вы... на тот момент, на данный момент, на тот, у меня так сложилось, что я посчитал, что надо что-то делать и защищать Донбасс. Но... А кто на Донбасс нападал, что его надо было защищать? Я не говорю, вы мне такие прямолинейные вопросы надо. Мне хочется понять. Я просто хочу вам сказать, что люди неоднозначные живут на Донбассе. Uh-huh. И так же точно, как неоднозначные живут в Киеве, во Львове. Uh-huh. Понимаете? Uh-huh. Ну, когда хотели люди просто высказать свое мнение, uh-huh. а начали проводить антитеррористические операции, то многие люди просто разверились в этом. В страну, потом нету президента, ну такая неразбериха. Многие очень надеялись на то, что что-то поможет России. Откуда оружие? Оружие, то, что находилось на складах милиции, в СБУ. Донецкая Народная Республика! Ура! Украинские власти назвали это не гражданским противостоянием, а войной, развязанной Россией против Украины. Политическая составляющая в начальной стадии конфликта всегда ставит армию в позицию тот, кто должен парировать удар. Парировать удар – уже сформированный удар. Сформированный удар подразделений, наемников, подразделений, обученных инструкторами за границей. Хотя реально на начальной стадии конфликта, ну, скажем, по своему роду специфики войск наших, мы владели информацией, это можно было, скажем так, задавить зародыши изначально. Россия использует Украину как полигон для откатки новых технологий, информационных и технических. Идет откатка оружия, проверка его, как она здесь себя боевые, ее действия, в каких климатических условиях. Это провокация там! Специально там!
Как вы думаете, они отдают себе отчет, что их используют? Нет, они об этом пока еще не догадываются. Будут горькое похмелье. Они просто выступают как пушечная масса. Это политика. И мы так понимаем, что это плохая политика. Они делят свои интересы, которые, в которых человеческая жизнь ничего не значит. Это война. Это не о том. Это война. Самая настоящая гражданская война. Дні на передовій вимірюють ночами. І сьогодні була найтяжча. Ми за 1.5 кілометра від Донецьку. Цієї ночі, як і завжди, ніхто не спав. Усі на позиціях. Ворог зовсім поруч, тому розслаблятися не можна. Будь-якої миті нас можуть накрити мінами. Це вже не та війна, яку ми знімали місяць тому. Тут рідко побачиш ворога в обличчя. В хід пішла важка техніка і артилерія. Тому кожен пильнує, аби встигнути зістрибнути в окоп. З нами воюють вже не сепаратисти, а російські найманці та кадрові російські військові. Найчастіше обстрілюють увечері і під ранок. Такі безсонні ночі виснажують найбільше. Виснажують не фізично, психічно. Від постійної напруги у певний момент мозок не витримує і ніби відключається. Органи сприйняття притупляються, втрачається пильність і стає байдуже. Страшний стан. Мені про нього розповідали, але лише зараз я відчула цю втому на собі. Мені не хотілося спати. Хотілося все зупинити, припинити цю війну. По нам стріляли. Ми відстрілювалися. Рівні! Сніжана, є? Так. Да. Ці постріли і крики повернули у реальність, та навіть небезпека не збудила мозок. Навпаки, усвідомлення своєї безпорадності посилило втугу. Я не хочу цієї війни. Хлопці кажуть, що тут на передовій настання ранку самий позитивний момент. Якщо ти зустрів світанок, значить, ще живий. Ще один день ти прожив. Цю ніч ми, слава Богу, пережили. Але в душі передчуття чогось неминучого. Це мій 23-й ранок на передовій. Сьогодні четвер, 14 серпня. Маковія. У тій частині України, де мир, усі йдуть до храму. Ми ж їдемо в розвідку. Сьогодні вночі зі штабу мене перекинули до 93-ї механізованої бригади Збройних сил України. З ними хочу потрапити в Донецький аеропорт. Там мої друзі 72-ї бригади уже другий місяць тримають оборону.
хочу їх побачити. І крім того, виконую їхнє прохання. Везу каліматор. У домовленому місці, близько опівночі, мене забрали снайпери і ми поїхали в табір. Їхали майже мовчки. Військові не люблять зайвих людей, а тим паче на передовій. Дорогою ми кудись заїжджали. По нам стріляли. Ложись вниз. Кілька разів зупинялись, розвертались, чекали. У табір приїхали після 3-ї години ночі. На відпочинок часу майже не залишилось. О 4-й має їхати колона на аеропорт. Антитерористичну операцію в Україні Росія називає громадянською війною. На кордоні з Україною зосереджуються російські війська, але Москва вперто називає це навчаннями. Росія продовжує стягувати війська на кордон з Україною. На окупованій українській території в районі села Стрілкове Херсонської області зафіксовано нарощування жилої сили та військової техніки Російської Федерації. Ми, крім того, що далі розвернутися цьому движенню до, скажімо так, до міні-армії, ми ще оставили границю, которая позволила вооружить их. Вы представляете, одна ракета «Град» — это двухметровая такая труба. Это огромный ящик. То есть завести через границу — это не в сумке три патрона провести. Ты должен ехать большой грузовик, и притом не один, по сути, по интенсивности огня. Наше государство почему-то очень долго жевало сопли. Оно впускало, давало им перемирие. Мы их немножко уничтожили, а государство раз и 1500 запустило боевиков, туристов этих. Опять перерыв, опять заехало 2500. Недалеко от поста, мы слышали по звуку и заходили, там 2 километра было до поста, но мы туда добраться просто не можем, мы не можем охватить эту территорию. Заходила колонна БМД, заходила колонна БТРов, танки заходили, их слышно было, но достать нельзя было. На них не было танков там, не было боевых машин пехоты, это все прошло туда во время перемирия. Как вы думаете, с какой целью было объявлено о прекращении огня так называемым президентом Украины, чего он хочет добиться? Он хочет сделать хорошую мину при плохой игре. Сейчас украинские войска огромными колоннами, по моим данным, тянутся от Бердянска к Мариуполю, от Мариуполя на север, в северо-восточном направлении, для отсечения Луганской и Донецкой области от помощи продовольствием, горючим, ну и теоретически снаряжением и вооружением, поскольку мы все-таки надеемся, что Россия рано или поздно нам поможет. Давайте хотя бы такие перемирия сделать и дороже. Если так взять, вот 2 недели боевых действий, неделя до перемирия и неделя во время перемирия, ну, мне кажется, нас обстреливали. Я статистики, конечно, не вел, но чисто субъективно мы получили больше обстрелов и больше, скажем так, раненых за время перемирия, так называемого. Я понимаю, что политически это важно показать, что мы даем шанс боевикам одуматься. Мы показываем там всему мировому сообществу, что мы готовы там дать им шанс. Но почему-то этот шанс, опять же говорю, что такие параллели с чеченской кампанией, когда начинаются успехи у вооруженных сил, когда люди наконец-то начинают верить, что мы победим, потому что поначалу это, ну, были сомневающиеся. Мало-помалу, ну, этот военный каток разгоняется и начинает выдавливать эту сепаратистскую группировочку отсюда. В этот момент нам останавливают и говорят: стоп, перемирие, не стрелять. И мы вынуждены сидеть и смотреть, как нас обстреливают. Утром мы атаковали блокпосты ВЗС и на Красный Лиман. Красный Лиман обстреливали с ВЗС с близкого расстояния, а ВЗС атаковали пехоту. Не знаю, как на Красном Лимане, а на ВЗС противник унесен небольшие потери, живые силы. Когда начались вот эти вот перемирия, все остальное, 10-дневные, потом 2-дневные, 3-дневные, мы уже между собой разговаривали, ну, вроде не мальчики уже, вроде кому там под 40, кому за 50 лет уже, люди соображают, что со своей головой. Мы решали, что просто он хочет, если будут последние переговоры, он просто его отдаст. Я вам честно хочу сказать, когда нам сказали, что вам разрешен огонь, мы открыли огонь со всех орудий. Не для того, чтобы кого-то убить, а для того, чтобы мы поняли, что они не договорились. 10 дней перемирия показало, как укрепился на Славянск, залился в бетон. Бедным по 4 снаряда в огонь. Дальность 200. Только мы кому-то даем
куда-то отойти, где-то закрепиться, все, сразу камни преткновения, сразу мы там пробуксовываем, никуда не проходим, останавливаемся на месте, ищем обходные пути, мы начинаем думать, как использовать авиацию на артиллерии. Ребята, которые живут в Краматорске, просто друзья мои, гражданские люди, говорят, что завод, который делал железобетонные конструкции, за время перемирия работал в 3 смены. То есть эти же потом бетонные конструкции пришлось разбивать в той же Карловке, и артиллеристы говорили, что толщина их такая, что обыкновенный, скажем так, набор мотострелковой бригады пробивает эти укрытия с большим трудом, а то и вовсе не пробивает. То есть это перемирие использовалось, ну опять же аналогия, что в Чечне оно использовалось на усиление сепаратистов, на усиление их позиций, на подвоз боеприпасов и всего остального. То же самое произошло здесь. Ну я же говорю, ну просто надо почитать анализ. Да тот же российский Генштаб сделал неплохой анализ, судя по тем документам, которые есть у нас. Они все это проанализировали, эти документы доступны, скажем так, для высших чинов армии. Ну то ли им некогда читать, то ли не хочется читать, то ли они уже считают, что они это знают. Лично мое мнение, они хотят поделить этот регион, я не знаю, насколько, как, кто в каких долях и что остальное. Но как-то они хотят его поделить, потому что когда Порошенко начал объявлять перемирие одностороннее, нас просто стреляют, там мне звонят и говорят, вы не вздумайте первым стрелять. Вы не вздумайте первым стрелять. Я говорю, так я не стреляю первым. Очень много вот таких ситуаций, когда вопросов больше, чем ответов. Один снаряд залпом. Рыжка 10 секунд пострел в огонь. Постерігаем. Право 0,3. Там дирекционный 19. А, ну вы знаете, что там дирекционный. Мы уничтожили миномет, зенитную установку, склад с боеприпасами. Отходят они куда? Отходят в сторону Краматорска, на юг. Мне, как военному, непонятно, почему, когда колонны уходили из Славянска и Краматорска, колоннами они шли, когда их можно было вот раз и навсегда оставить там на этих дорогах, им дали непрепятственно из города с населением 100 тысяч человек войти в город с населением 900 тысяч человек. И дали им беспрепятственно раствориться в этом городе. И вместо того, чтобы уничтожить их там, на маршруте движения, мы, конечно, бодро отрапортовали, Славянск, Краматорск освободили, но получили еще больше город с еще большими проблемами. Наш? Выпускать колонну из Славянска, это было, мне кажется, что это была договоренность. Потому что просто когда я видел колонну, вот этот цвет фар, который шел через весь город, я давал команду артиллеристам, они начинали, дай квадрат. Я говорю, какой квадрат? Город не светится, нету фонарей, ничего. Машины шли на ближнем свете, а тяжелая техника шла на приборах ночного видения. Они уходили просто-напросто в сторону аэродрома. И ни одного залпа не было сделано. Это, скорее всего, что была договоренность нашего правительства со Стрелковым, там, с кем, я не знаю, с Царевым, с Ахметовым. Здесь не было до освобождения Краматорска и Славянска серьезных группировок, которые были способны серьезно противостоять вооруженным силам. Мы, как, скажем так, офицеры низшего звена, выдвигали много раз предложение, что пока у них слабая, скажем так, связь, пока основные силы завязаны в Славянске и Краматорске, с Донецка можно было, скажем так, убрать много проблемных вопросов, можно было убрать, но почему-то сказали нет, нельзя, это город. Ну, ничего же не поменялось. Город, он остался городом, но теперь мы в нем имеем значительную группировку с танками, ракетными установками и гаубицами, которые стреляют из стадионов этого города, с минометами, которые стреляют между домов. И чтобы поразить этот миномет, ну, придется, хочешь ты не хочешь, придется стрелять в жилые кварталы. Хочешь ты не хочешь, не хочется, конечно, но просто сам бой вынуждает стрелять в направлении жилых домов. И, ну,
Но жертв не избежать, как ни прискорбно. Світанок ми зустріли, їдучи з розвідкою полями на БМП. Вже закінчується другий місяць літа, і, здається, це найкрасивіша пора. Усі поля посміхаються тисячами сонця. Ці пейзажі, напевно, єдине, що відволікає від реалій. Уже 4 місяці в нашій країні йде війна, але й досі важко збагнути, що все це насправді. З планами на аеропорт доведеться почекати. Сьогодні військові повинні виконати інше завдання. Знайти нове місце для переміщення позицій ближче до Донецька. Я буду усе знімати, адже це наша майбутня історія. А ці хлопці – її реальні творці. Батальйон – це 500 чоловік. Розвідки – 20 чоловік. На 500 человек техники, артиллерии, минометов. Всего 20 солдат, которые должны сделать разведку. А ребята тоже все призваны, да? Да. Нет, есть один, у нас один, да, доброволец, который, один парень, который добровольно пришел, он мог не идти сюда, и он компьютерщик, и получает у него зарплату 10 тысяч гривен в месяц. Пришел сюда, разменял свои 10 на этих 2500. Пришел сюда попробовать, что это. Как он сказал, я не мог спокойно смотреть, как нашу землю получит сапогом чужой человек. Для меня большая здесь самая главная задача. Вот я взял их из семьи, 20 человек. Вот чтобы они эти 20 человек домой и приехать. Я ж не кадровый офицер. Я свое отслужил. Я вернулся сюда. Потому что призвали. Призвали. Я не скажу, что там прям уж... Ну и... За юбкой я не прятался. Сказали надо. Ну надо, значит надо. Я еще стою с того, с той закалки. Романтика скінчилася, коли командир дав команду лізти усім в десант. Всередині машини ракурс зйомки обмежений. Дороги вперед не видно. Знімати можна лише в один бік. Але по-іншому не можна. Далі дорога небезпечна. Тому їхати треба по-бойовому. Це вже не кіно. Ми ледве вміщаємося в десант. Тісно, незручно, жарко. І виявляється, малобезпечно. Наша задача – уйти где-то в ночь на опасном направлении, посидеть, посчитать, что есть, не обнаружив себя, найти объездные маневры. Даже если где-то блокпост и стал, задача наша, ну все бывает, да, ну накрыли сильно огнем, надо уходить. Так вот, если они будут постоянно по одной и той же самой дороге ехать, им не дадут уйти. Поэтому надо полазить везде, поискать, куда уехать, где приехать. Несколько было путей отхода. Днем мы не ходим, ходим только ночью. Сколько той ночи сейчас? Днем надо лежать, считать. И каждый раз это так, перешел, надо опять зарыться, целый день лежать. Ночь наступила, опять пошел дальше. Сколько я так пройду таким скоростью? И какая у меня будет скорость? Мы повернулись из разведки на один из наших постов. Вже вечір. Ночуємо тут, в посадці під відкритим небом. Завтра підйом о 3-й і далі в розвідку. Донбас і на Луганщину з подачі американців брошені армія і вооруженные групи отморожених націоналістів. Російських солдат там нет, спецназа тоже нет и наших инструкторов. Местные ополченцы действуют без руководства извне, на свой страх и риск, защищая родные семьи и дома. Они нас заставили говорить и писать на украинском, а то бы еще и танцевать заставили. И чупок, наверное, нам отрастили. Мы будем стоять насмерть. Наблюдение за нами велось 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Наблюдение не останавливалось никогда.
Каждый день обстрелы минометные, нападения стрелков, снайпера. Ну, они работают в концепции мобильных окружений. И с разных направлений мелкими группами постоянно ведут обстрел. Самое как бы непонятное для меня, когда идут большие суммы денег, стоит вопрос о всестороннем обеспечении войск. Такое впечатление, что про нас забыли. Наблюдаем. Если мы были как слепые котята, если я просил ночники, тепловизоры, говорю, дайте что-нибудь, мне дали НСПУ, который при загорании лампочки гасится чуть ли не весь экран, и ты начинаешь слепнуть, и ты после этого еще 10 минут приходишь в себя, глаз трешь для того, чтобы он резкость хотя бы ночную навел. Мне дали два НСПУ с разряженными батареями. Благодаря тому, что у меня хлопец более-менее в этом разбирается, мастер, у него там были приспособления и все остальное, он как-то заряжал эти батареи, как-то надо было смотреть. Нету сейчас в армии нормальных, адекватных рабочих средств для того, чтобы работать ночью. Давайте, смотрите, где, что там? Когда я просил противотанковые мины, мне ответили, они тебе не нужны. Уши! Разведка четко докладывает, что вокруг нас кружатся танки. Подходим к мотострелкам и говорим, ребята, готовьте ПТУРы, противотанковые управляемые ракеты, потому что есть информация, что на нас движутся танки. Ребята открывают люки и говорят, а у нас его нету. То есть нас сюда отправили, нас не докомплектовали, нам не дали. Приходится применять РПГ-7, если у ПТУРа дальность поражения цели у самой, скажем так, легкой модификации, 2,5 километра, то ручной гранатомет стреляет не далее 500 метров. Боевики об этом прекрасно знают, поэтому танк подъезжает на дистанцию где-то километр и просто расстреливает. Видели вышку, которую они расстреляли из населенного пункта с дистанции где-то около километра. Ее просто расстреляли, нам нечем было отвечать. Но все, что мы могли, это уйти в укрытие и ждать, пока им надоест стрелять. Стреляли справа от железки. Понял тебя, понял. Поворот на железной дороге, там огонь идет. Мне, например, как офицеру частей с определенной спецификой, не очень понятна позиция, когда очень разрекламированный танк Т-84, и вот его говорят, что вот сейчас настал тот момент, когда их надо закупать. Для меня, когда нас здесь пытались штурмовать с танками, для меня нормальный ракетный комплекс противотанковый, который может подбить этот танк, был дороже любого танка. И за цену этого танка можно было их купить столько, что они бы просто отказались от этих танковых атак. Тут получается какая-то странная ситуация. Во-первых, закупают самое дорогое и не факт, что самое нужное сейчас, в данный момент. Поверьте, беспилотный самолет маленький, который висит в воздухе 40-45 минут, сохранит больше жизней, чем один новый танк Харьковского завода. Когда несколько человек видят одну и ту же машину, пока она движется вот в этом мобильном окружении, и выдают нам информацию. Аккуратно, отчасти могут быть. Пока мы ее проверим. Держи патроны, куда ты пошел? Понимаешь, что один хороший беспилотник заменил бы, 3-4 танка точно. Потому что вот в этой мобильной войне нам надо глаза, которые висят над городом, над населенными пунктами. То есть нужна хорошая разведка. Беспилотные аппараты летательные, те же самые тепловизоры. Если бы у нас хотя бы на одну группу было то и то, а в войсках было там хотя бы на пехотную роту, на мотострелковую механизированную роту, то есть на танковую роту, по одному образцу данного вида тех средств, то наша эффективность повысилась бы не то, что в разы, а колоссально повысилась. Соответственно, зачем посылать вот там, например, за ту поляну туда, за тот лес, тот город солдата, рисковать его жизнью, если можно отправить кусок металла, который пролетит, да будет больше информации, потому что он охватит больше объема. Вернется целый, ты его поставишь на зарядку и запустишь заново. То есть это беспилотники, это средства радиоперехвата, это артиллерийская разведка, которая по звуку и вспышке выстрела засекает расположение огневых точек.
видно. У нас этого ничего нету. У нас есть, но в техническом уровне до 60-х. У нас нету передачи данных в режиме онлайн. Наши командиры в штабах до сих пор воспринимают информацию с радиостанции и рисуют значки на картах. И потом эту карту несут, показывают. То есть нету такого, что артиллерист, который от разведчика получил информацию, сразу видит у себя на мониторе координаты. Когда есть эта разведка, когда есть данные, когда мы знаем точно, где они базируются, понимаете, тогда надо наносить удар. Вот так на асфальт, или еще вот так сюда вернемся, так заедем. Мы сейчас вот так сюда выходим, да. И прямо еще выходим. Иду. У цій залізяці з обмеженим доступом повітря усвідомлюєш жах війни. Ти і ще 8 людей тут, а ворог там. У нього перевага, він нас чує і бачить. І поки ми його побачимо, може бути пізно. Дорогою усі напружено вдивлялися у маленькі віконечка. Професійною мовою вони називаються трімплекс. Я ж вдивлялася в обличчя хлопця. Від задухи підстікав щолай по скронях, перемішаний з пилом ранкової польової дороги. Їхні очі вдивлялися в зелень посадок. Руки міцно стискали автомат. По нам вистрілили. Я почула удар кулі по броні. Це вперше. За час зйомок. Костя, по нам ззаді стріляли. Прийняв. Костя. Ми швидко повертаємося назад. От ми сьогодні, ви були свідками, ми приїхали одну точку здесь, вторую там, третю там. З'їздили там, вилізли там, по нам стріляли, назад вернулись. Подумали, почесали, все-таки здесь лучше всего, вернулись назад, и говорю, ребята, здесь. А дальше уже, как, где, какие, копы, это не моя головная. Это разведка боем называется. Разведку боем выполняет пехота, а не разведподразделение. Практически вслепую, да, мы сюда шли? До этого вы здесь не были? Нет. Карты выдали. Дай карту. Будут люди смотреть, поймут, что это за карта. Ксерокопия, распечатанная карта. На карте, на которой нет ни водоемов, ни высоты непонятно какие, нету где. Вот мы сегодня здесь ехали, вот здесь. Что-то здесь видно, что здесь можно увидеть. Нет никаких склонов, я не пойму, что там. Вот это вот. О чем мы ездим? Ну, дальше меня как-то нету. Приехали мы вот отсюда. Угу. Вот лэп, где мы стоим. Вот туда сюда приехали, 217. Вот сейчас мы на этом месте, 217. Угу. Потом мы приехали сюда, стали, где асфальтная дорога. Вниз спустились, где гражданских встретили. Выехали сюда. Здесь на мосту сепаратисты стоят. И вот здесь на блокпосту. Мы выехали сюда, нас обстреляли. Мы приехали сюда, нас здесь обстреляли. Угу. Мы вернулись назад. Здесь приняли решение, что это опасное направление, потому что вот этот квадрат – это километр. То есть здесь километр. Вот мы назад вернулись, чтобы хотя бы от этого сепаратистского блокпоста было расстояние хотя бы чуть больше 2 километров. Ну, уже стрелковое оружие не достанет, а только минометы. Ну, он роет окопы, делать будут насыпи. Потому что генерал сказал, нельзя дальше уходить. Вот мы должны. Вообще-то нам сказали здесь, но здесь это вообще убийство, тупо самоубийство. Ставят задачи тупо по картам. То есть кто-то что-то не додумал, кто-то посчитал, что он лучше знает, чем тот офицер, который находится на месте. То есть у нас все-таки до сих пор остается принцип вот этого авторитарного руководства. Я генерал, я полковник, я знаю, давай вперед. Когда начинают задавать конкретные вопросы, сильно много вопросов задаешь. То есть мы идем на то, чтобы выполнить задание. То есть люди идут на риск, на смертельный риск. И
Вместо того, чтобы как бы выслушать этого человека, поддержать его во всех направлениях, многие начальники считают, что с высоты своей штабной палатки он видит эту ситуацию намного лучше, чем то, что находится непосредственно на поле боя. Когда еще сюда только ехали, вот взвода получает там обмундирование, там экипируется. Вы кто? Разведчики? Так, каски вам не надо. Ну да, действительно, они нам по штату не положены каски. Что у вас там? А, саперные лопатки вам тоже не надо. Вы не окапываетесь, вы на месте не сидите. То есть они прекрасно понимают, что мне каски не надо, я в атаку не хожу. Мне лопатка саперная не надо, потому что я не окапываюсь, я не лежу на месте. Так зачем вы меня посылаете? Вот сейчас я привел сюда группу. Зачем? Я вот это должен был сделать еще раньше, до того, как они сюда приехали. Все, вот это выяснить, потом вернуться, сказать, там плохо, здесь хорошо. Что? В начале этого конфликта могу сказать только за свое подразделение, что бронежилетов просто не было. Мы дополучали их уже в процессе. И при том, ну, я человек военный, понимаю, что не должно быть в подразделениях разнобоя. То есть что такое разнобой? Это когда на одном солдате бронежилет украинский, на втором солдате бронежилет старый советский, и там 800, извиняюсь, горбатого года, в котором еще его папа в лучшем случае воевал в Афганистане, он оттуда вывезен. В третьем случае это подарок волонтеров. Если бы боец стал в том, что ему выдали, он бы стоял голый с автоматом и с каким-то вещмешком, который, с которым деды наши еще воевали там во Вторую мировую, даже не с РДшкой, с которой там отцы наши воевали в Афганистане. Во многих этапах боевых столкновений мы просто связываемся по мобильным телефонам. И я понимаю, что я должен как-то передавать информацию, и в то же время эта информация доступна практически всем. То есть приходится общаться с завуалированными фразами, приходится как-то, скажем так, выкручиваться, вместо того, чтобы я, как нормальный командир, воспользовался нормальной радиостанцией. То есть то, что у меня сейчас как бы с собой радиостанция, это, скажем так, ну, трофей, это грубо военным языком, это трофей. Когда наши ребята возвращаются из разведки и говорят, что передвигаясь на простой легковой машине, без каких-то ярких опознавательных знаков, затерявшись там в населенном пункте, можно добыть больше информации, чем когда вы в какую-то деревню въезжаете, ревя на армейском Урале с армейскими номерами, а все это сверху ставится с таким, ну, задачей скрытно выдвинетесь в район. Ну, кто военный, человек, тот понимает, что на грузовике высотой 2,5 метра с громыхающим мотором, ну, явно не вписывающимся в сельский пейзаж, въезжать в деревню как-то, ну, это выйти на пляж в черной шляпе и кожаном плаще, и ничто во мне не выдавало разведчика. То есть ребята уже вынуждены подбирать какие-то брошенные сепаратистами машины и ремонтировать их сами. Конечно, оно большое спасибо тем людям, которые там обваривают грузовики железом, пытаются что-то усовершенствовать. Но вы понимаете, для государства мы же не какая-то Эфиопия, в которой там грузовик, обваренный железом, можно считать броневик. Страна, которая делает танки сама, в которой есть автомобильные заводы, которые делают довольно неплохие бронированные автомобили. И в то же время армия этой страны сидит и на Урал наваривает какую-то железную плиту. Притом эти плиты не все и держат-то пули. То есть варим из того, с чего есть. Но это не тот путь, по которому надо двигаться. То есть это хорошо, но это все-таки кустарщина. Это кустарщина чистой воды. Весь час думаю над змістом слова «патріотизм», як він проявляється на практиці, на конкретному ділі, і кого ми мусимо називати патріотами. Тут жодного разу я не почула у зверненні «ви герої» чи «ми патріоти». Я не бачила несамовитого гарячого запалу в очах, не бачила того пориву, який описується у визвольних боях. Я бачила звичайних хлопців, чоловіків. Майже у кожного вдома сім'я і маленькі діти. У кожного там,
за стіною пилюки своє життя. Інше життя. Але тим не менше, зараз вони усі тут на передовій. Без зайвих слів і пафосу усі вони звільняють українську землю від російського окупанта. Одного дня усі вони стали солдатами, захисниками, стали патріотами. Але з сумними очима. Чому? Поки що не знаю. Сподіваюся, в нас буде час поговорити. Я хочу почути їхні думки про цю війну. Президент Украины Порошенко этим вечером призвал провести перегруппировку подразделений украинских военных, пытающихся взять под контроль Донбасс. По словам Порошенко, это нужно сделать для того, чтобы армия смогла продолжить наступление. Если поначалу вооруженное формирование, скажем так, сепаратистов пытается попробовать, ну, скажем так, традиционные виды боя, атакуют, пытаются захватывать объекты, то все это заканчивается ровно в тот момент, когда армии и государства дают команду остановить все это. Когда начинается, ну скажем так, боевое применение армии по ее прямому назначению, уничтожение противника, на этом все военные успехи сепаратистов обычно заканчиваются. И они тут же переходят к славной старой партизанской войне. Подрывы, обстрелы, нападения из засад, уничтожение гражданских объектов, инфраструктуры. Тактика заключается в одном – укусил, убежал. Поэтому они ведут себя примерно таким же образом, как шакалы. Никто, нет того, как у нас батальоны открыть устав. Вот здесь мы нападаем, там оборона, развернуться, напасть, артиллерия, самолеты. Все этого не получается у нас, потому что... В огород даже мы боимся выходить, потому что идет же прямая по линии, да? Прямая линия идет, там же эти миномет. Терриконы, а постоянно сидят же снайперы. Поэтому вот дальше вот этот участочек наш, вот мы ходим, мы все покружились. Уже слышат, когда град бьет, когда пулемет, когда танк, когда... снайперы. Периодически стрельба идет с гранатометов, притом это кочующие огневые точки, которые проводят обстрел, что-то уничтожают, что-то поджигают, раз уехали. То же самое минометные передвижные установки. Криті такі, то верх відрізаний, а все прикритий. Взагалі чудова вогнева точка. Куди треба, переїхав. Мін. Раз, два. Лупив і уїхав. Всю посекунду. Ми вже знали, що пройде, наприклад, якихось 10-15 хвилин, міномети не були, бомблять, то вони переїжджають. А місць, щоб вистрілити, дуже багато. А в основному вони стріляли зі спальних районів. Тут гараж був, ну сам дом. Дві міни чітко лягло. Одна в гараж, і снаружи міни падали, тому що і сприщено все просто осколками. І вовнутрь міни упала. Это они откуда стреляли? В ту направлення сюди. З Донецька. Ховалися за людей. Пришли вот с Ценила от нас к гаражам, в руках миномет принесли, поставили и начали пулять. Кто, мы сначала кто пришел? Сепаратисты. К ним люди выбегают, те в ответ нецензурной бранью пошел, автоматы перезадернули, постреляли, уехали. Какие внутренние ощущения, когда вот миномет... Страх. Сейчас немножко уже привыкли. Страшно вам здесь оставаться? Мы привыкли. Привыкли? Старые мы люди. Извините. Летело. Все, живут, а там двое детей маленьких не уезжали. Он рухнулся. Thank you.
хочется внука видеть. У нас в Канаде внук родился. Будем надеяться, так было. Это все как Божье. Мы предполагаем, а Бог располагает, как Он расположит нам эту всю жизнь. Но никто никогда не думал. В страшном сне. Вот это Жанночка. Жанночка, все, что мы можем сказать. Захожу, открываю дверь, и мужу. Была бы я трава, выпить один раз. Уже просто нет сил, не потому что... И хочется надеяться, но, как видишь, какой-то очень маленькая надежда. На то, что это все хорошо закончится? Угу. Просто внутренне вначале держалась, а сейчас внутренний страх. Когда вот это я видела, те рады, когда бьют. Свистят вот тут, вот, как свистит, у меня все обрывается, все. Страх умирать просто при памяти людям, когда мы не готовы были к этому. Приїхали на крайній пост. Учора ми встановлювали його з розвідниками. Тут залишається резервна група, а ми вже по-бойовому далі. Коли командири дістали карти, стало зрозуміло. Ми їдемо вибивати бойовиків ДНР з містечка Авдіївка, що знаходиться під самим Донецьком. Тобто буде справжній бій. З Богом. Знову зупинка. Попереду якась проблема. Хлопці кажуть, що зламався наш танк. Операція під загрозою зриву. Усі нервують. З самого ранку ми їдемо. Багато часу зайняли збори. Для мене ще не зовсім зрозумілим було те, що перед самим виїздом безпосередньо в Авдіївку частина людей відмовилася їхати. Чому? Не знаю. В розмові хлопців чула, що ті план операції назвали самогубством. Про це в них запитаю потім. Поки спостерігатиму і по можливості зніматиму. Я добровольно прийшов. Я прийшов 8 місяців назад. Всі готові воювати чи не всі готові воювати? Не всі. Готові воювати тільки єдиниці. Чому так? Не знаю. Це у кожного своє. Що я рвусь вперед. Прорвусь. Стремлюсь побігати. Мобілізував. Два рази вже в армії. Первый раз 4 апреля, второй раз 4 апреля призвали. За Украину, за независимость, против сепаратистов. Это ну, твоя позиция? Это моя позиция, да. За вільну Украину, за свободу, за людей, за мир, за все. Мог откупиться, предлагали. Но уже 4 месяца по окопам. Сама видела, как мы живем, как мы страдаем, как наших убивают. Только за Украину. За их суверенность, недоторганность. И деньги, ничего не подвластно этому чувству, которое идешь, да, как патриот. Киев открыто заявляет, что готовится к штурму Донецка и Луганска. Самый зараз. Именно сейчас идут подготовительные действия к наступлению и освобождению Донецка и Луганска. Но сдаваться ополченцы не намерены. Донецк и Луганск недавно получили подкрепление. Вслед за
Луганской области сегодня в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике объявлена мобилизация. На службу призывают мужчин от 19 до 40 лет. Практически каждый боец вооружен средствами остановки тяжелой техники и бронетехники противника. С начала июня самооборона медленно, но уверенно вооружает свои отряды тяжелой боевой техникой. В руки к ополчению перешли 20 амфибий. Большинство блокпостов ополчения прикрывает именно эти амфибии. Представители непризнанных республик формируют первую танковую дивизию. Тактику борьбы с боевиками разрабатывали на основе того, что тут будут мелкие группы вооруженных людей, как в Чечне. Но чеченская компания имела свою особенность. Это была горная страна с горным рельефом, где маленькие мобильные группы с легким вооружением перемещались в горах. Здесь мы имеем дело с равнинной Украиной. Ну, никто, я не знаю, я не уверен, что мне кто-то скажет, что это да, что кто-то рассчитывал на то, что в антитеррористической операции мы будем бороться с танками, которые поддерживают беспилотными летательными аппаратами и которые работают артиллерийскими системами типа «Град», которые стреляют на дальность более 20 километров. Самоходки и все остальное. То, что сейчас, не похоже на работу против мелких групп. Но тут почему-то срабатывают вот это тактические приемы времен Второй мировой войны с атакой, вот этой полигонной атакой, как любят смотреть генералы с вышки на том, что творится на поле. То есть ряд танков, за ними бежит пехота с криками «Ура!» и все в таком стиле. То есть, к сожалению, мы начали воевать по тем шаблонам, которые закладывались еще во времена Второй мировой войны. К сожалению, наша армия после этого участвовала в некоторых конфликтах, но этот опыт, я так понимаю, все-таки был, скажем так, канул в лету без всяких последствий. Подходят в лоб к блокпосту, упираются и начинается противостояние, которое, в принципе, никому не нужно. Ничего не стоит взять, обойти этот пост, перерезать им пути снабжения, так сказать, и сообщения. Ничего не стоит другие блокпосты окружить. Как-то это сделать... своей точки зрения, это называется окружение. Окружите все. И, ну, сколько они там простоят? Неделю? И, что я глубоко сомневаюсь. Они просто или сдадутся, или разберутся. Отсутствует стратегия, отсутствует тактика, отсутствуют охваты, окружение. Просто тупо лоб в лоб. Ну, это как-то неправильно. Вы знаете, я всю жизнь проработал в милиции. Я не военный. Но я вижу, что наши генералы, наши стратегии, ну, можно сказать, наверное, можно назвать паркетными генералами, стратегии так ничего не смысла. Вот это все основные потери. К сожалению, вот эта русская пословица остается в силе. Пока гром не грянет, мужик в генштабе не чешется. Тогда пришлось менять подходы. Но пока мы поменяли подходы, противоборствующая сторона подтянула зенитно-ракетные комплексы. В результате сейчас у нас военно-войсково-повитренные силы превратились в аэродромные силы, которые не могут оторваться от земли. Но что только они взлетают, сразу получается потери. Мы теряем время. То есть мы, получается, все время на шаг сзади. Мы постоянно, вместо того, чтобы анализировать уже множество этих и к Абхазии, грузинский конфликт и Чечня, ну то есть дает повод для размышлений, думать, как это делается. Еще раньше Приднестровье, Нагорный Карабах, везде вот эта составляющая информационная, везде этот процесс формирования банд, он проходит приблизительно по одним канонам. А мы почему-то все время вспоминаем об этом, когда это уже свершилось. И потом начинаем вот эти атаки в лоб. Бросаем технику, бросаем слабо подготовленных людей и потом пытаемся красиво оправдать свои потери. Зараз ми чекаємо ремроту. Про неї тут ходять легенди. Кажуть, відчайдушні хлопці. За першим дзвінком виїжджають будь-куди. Ремонтують танки під кулями і вибухами мінометів. Не раз витягали екіпажі з самісінького пекла. Як тут прийнято казати, м'ясорубки. Хлопці кажуть, що саме тут, на передовій, проявляється сутність людини. Передова не терпить боягузтва і зверхності. Тут усі як один. І один як усі. Поки ремонтують наш танк, керівництво операцією відправило до нас резервну групу, танки і БМП.
Їхнє завдання – відволікти увагу на себе. Це маневр, адже ми стоїмо у посадці між двома блокпостами терористів. Вони нас не бачать, але добре чують роботу двигунів нашої техніки. Резервна група має виїхати до їх блокпосту, вдарити кілька разів і швидко поїхати. Спробую відзняти цей момент. Беха? Беха пішла. Дару. Видно, Толян? Андрей, выйди. Ой, Степа. А вон они где-то в дачный поселок поехали там. Где? Да. Нас побачили. З блокпосту терористи починають прострілювати посадку. Міномети пішли. Треба щось робити. Вже вечоріє, хлопці кажуть, що їхати у бій не варто. Якщо ми навіть і прорвемося, то можемо не встигнути закріпитися на позиціях, бо стемніє. Чую команду по машинах. Ми таки їдемо в бій. З Богом. Авдіївку. Перед нами Донецьк. Хлопці закріпилися. Ця ніч найнебезпечніша. Нас можуть спробувати атакувати. Армія Юго-Востока перейшла в контрнаступлення. На позиції силовиков за місяць боротьби її бойці відбили багато трофеїв. Це і гради, і танки, і тяжелі гаубиці. А недавно даже змогли захватити самоліт. Ракетні установки «Град» нацелені на Луганський аеропорт. Вот уже два місяці там знаходяться 1500 українських силовиков. А тепер ополчені є чим відповісти. Це наш. По вам работает что с тяжелого? Снайпера, минометы, артиллерия. Пару раз даже «Град» сработал. Ну так, жиденько на нашу часть. У них заехали какие-то новейшие пусковые установки, ракеты «Земля», по-моему, «Воздух», которые взрывались в воздухе, поражали и технику, и людей. И пробивали землю там на глубину почти метр, наверное, может больше.
когда надо работать по пехоте в зеленке, а осколочных гранат, например, там уже РПГ-7, ну, просто нету. Они, ну, есть как бы как вид вооружения, но у нас в армии еще почему-то нету. Когда надо работать в здании, нужен реактивный пехотный огнемет типа «Шмель». Опять же, его нету. Когда мы начинаем зачистку здания, очищенного от сепаратистов, мы находим их. Находим, ну, российского производства. То есть иногда сепаратисты на шаг выше нас вооружены. Когда мы смотрим, опять же, российский канал, они показывают это добровольческое подразделение. Ну, как они говорят, добровольцы вот эти, как ополченцы. И мы видим крупнокалиберные пулеметы 12,7 с оптикой далеко не штатной. То есть они его применяют практически как снайперскую винтовку. То есть мы уже просим, пришлите нам со складов хотя бы что-то. Говорят, извините, нету. Когда снайперская винтовка Драгунова у нас, скажем так, предыдущего поколения, когда автомат Калашникова у нас АК-74, а у них АК-100 серии, то есть то, что пошло в последнее время. То есть когда у сепаратиста стоит оптический прицел, про который нету, помечтать можно, понимаете? Когда они используют для наблюдения обзорные телескопические трубы там с увеличением 60 крат, 100 крат, они обстреливают нас и корректируют свой огонь с той дистанции, которую мы просто достать не можем. И получается, ну, очень плохая ситуация, когда солдат, он готов драться, а вместо этого он сидит просто под обстрелом. Ну, я, наверное, немножко понимаю тех ребят в Изваринах, тех, кто на российской границе, когда они попадают вот в ситуацию, когда ты просто, грубо, мальчик для битья. То есть ты военный, ты умеешь, ты знаешь, но нечем. Просто нечем. Це була п'ятиденна агонія. Параноя. Я туди не попаду. Вниз. Чума. Адамич, ідіть, я вас догоню зараз. Ідіть, я догоню. Нам працювали міномети. Інколи прострілювали кулемети і автомати. Коли нас бомбили, зайшов в коридор, і реально перед глазами у мене моя дочка така. Сколько тренировок, не знаю, как это объяснить. Реально, коридор длинный. Силуэт моей дочки, она мне подходит. Вот как во сне. И реально, я вот эту руку так простянул, знаешь, вот в пустоту. Она меня вот взяла и ведет. И папа, папа, папа. Я захожу в комнату большую, и вижу жену. Она как бы меня... Я говорю, пошли. И я подхожу к ней. И что дочка, что она вот испаряется. Какое-то состояние, я не знаю. Я в ту секунду подумал, что все. Я больше их никогда не увижу. Все, следующий сюда. И чем далее, тем сильнее нас брали в кільце. Осколком поранило Гришу і ще кількох хлопців. Ірин, його оглушило. Терпиш? Давай. Лучше все. Там стріляли. Хлопці втомлені. Постійно чергують на постах, тому сплять по кілька годин. Усі чекають на підкріплення. Але його немає. Чому? Не знаю. Саме складне це коли нет підтримки. Це нашого командування, яке обіцяє зайняти позиції. Ждіть до 8 вечора, а самі 5 днів проходять. Оставляють тупо. Тупо оставляють на українському, на призволяче. І все. Это командование, галимое командование. Это продажные полковники, продажные генералы. Ждем поддержки, ее нет никогда. Это уже не первый раз, это уже третий раз, когда они нас подставляют. Ну, задача была прорвать Авдеевку, да? Да, и занять позиции. Мы ждали 5 дней. 5 дней ждали, но никто. Никто
вообще не пришел. Только звонили. Не жрать, не пить. Ничего. Тупо просит. Ты вначале не хотел ехать в Авдеевку, правильно? Не хотел, да. Не хотел ехать в Авдеевку. Я же, у меня мотолыга в КЗРК, то есть мы как бы отдельно. Когда командир сказал, что, Толян, ты едешь? Я говорю, а что надо? Он говорит, да, надо. Я собрал вещи и поехал. Не знаю, зачем я так сделал. Россия очень сильно пострадает в экономическом плане от этой войны, в которой она вовремя не вмешалась, не введя миротворческие войска. Ситуация в регионе очень напряженная. Так близко к Донецку боевые действия еще не приближались. Снова идет обстрел города. Об этом сообщает представитель штаба самообороны. Есть информация о том, что на окраине слышны взрывы, а на нескольких блокпостах идут бои. Когда ребята, добровольцы, хотят идти, просятся в военкоматах, ну до смешного доходит. Когда парни, которые служили там в ВДВ, в частях специального назначения, просятся, возьмите нас назад в наши части, им в военкомате отказывают в призыве, а к нам присылают людей, ну, просто не, ну, просто людей из гражданки. У меня в подразделении были люди, которые пришли, не служив вообще в армии. Но вместо того, чтобы за 5 этих 10 дней человеку просто напомнить то, что он прошел, и то, что он знал, вместо этого присылают людей, которых за 10 дней надо пытаться сделать солдатом. Ну, сами понимаете, там 10-15 дней мобилизационных сборов – это не тот срок, за который можно подготовить профессиональную армию. Это армия, ну, вчерашнего дня, это армия призывного типа Советского Союза. И мы знаем, что эти армии выигрывали войны, но соотношение потерь просто ужасно. Ну вот мы столкнулись здесь с ситуацией, когда из боя вышел танк, командир экипажа был ранен, остался наводчик и механик-водитель. И вот мне с моим коллегой пришлось садиться в башню танка и уже после боя учить наводчика, как зарядить орудие, как зарядить крупнокалиберный пулемет на башне. Потому что он за вот эти 10 дней своих сборов научился только вот, ну знаете, примитивному. Вот здесь клавиша нажимаешь, стреляешь. Лента в пулемете закончилась, мы им говорим, ребят, надо отбиваться, мы ждем очередного штурма. Он говорит, я не могу, потому что не знаю, как его зарядить. То есть мы пришли, зарядили, показали, но это не уровень подготовки наводчика танка, когда он толком не знает, как его зарядить. Он говорит, у меня этим занимался командир танка, я этого не знаю. И мы вынуждены были эвакуировать эту машину на базу. Только по той причине, что экипаж не готов. А нам этот танк был в тот момент нужен. Это неприемлемо, когда бойцов приходится учить в процессе боя. В один із днів ми виїхали у місто. Я побачила, як кілька БМП виїжджають і попросилася з хлопцями. Часу на збори не мала, тому як стояла, так і запригнула на машину. Без бронежилету. З рюкзаком на спині. Спочатку нам привітливо махали місцеві. А потім в нас почали стріляти. Ми сиділи на тому БМП, як горобці на гілці. Ми на ворожій території. Попереду донецький блокпост терористів, позаду міст, з якого нас обстріляли.
куди далі. Я відчула, як щось ударилося об мій рюкзак. Це була куля. Попала в рюкзак, я попала. Хоч мені в камеру. Кулю зупинила камера. Перед від'їздом в зону АТО мені її подарувала Світланка, мій друг і оператор. І сьогодні вона врятувала мені життя. Одного хлопця поранено в ногу. Перша машина загорілась. Хлопці, Руслан і Діма, важко контужені. Адамович наче тримається, але видно, що йому недобре. Якщо ми залишимося тут, нас переб'ють. Вже стріляють по посадці, значить підходять. Я тут. Треба пробувати прориватися назад, через той самий міст. Іншого варіанту в нас немає. Запригу, Славочка. Быстрее, быстрее, быстрее! Мені хотілося плакати, та не плакалося. Хотілося кричати, та не кричалося. Страшенний спазм паралізував м'язи і щелепи. Ми точно їхали на смерть. Один постріл, і ми вуглі у залізяці. Та найгірше, ми залишили хлопців в посадці. Усі в одній машині не помістилися. Я не знаю, як описати те жахіття, той страшний вибір. Коли ти поїхав, а хтось залишився. Не знаю. Так само я не знаю, чи стріляли по нам, чи ні. Я притислася до хлопця, що сидів поруч. Заплющила очі і щосили кричала. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, бо тільки він міг вивести нас з того пекла. Слава Богу, ми прорвалися. Але там залишилися хлопці. До того ж, один поранений. Як остальних пацанок забрати? Не всі живі. Командир взяв підкріплення і знову поїхав туди, за хлопцем. Всі розуміли, що це самогубство. Але залишати там своїх ніхто не міг. Я сиділа біля дороги і молилася їм вслід. Ми чули постріли. Стріляли наші танки і БМП. Ми вслухалися у ревіння їхніх моторів. Аби лише повернулися. Правду кажуть, після цієї війни з'явиться ще більше віруючих. Після пережитого віра стане міцнішою. Пізно вночі всі хлопці повернулися живі. Хіба це не чудо? До машини горіли, ребята вискакували. Успівали вибіжати, потім машина взривалася. Були обстріли. Кулі
свистели рядом с головой, и все было хорошо, ни у кого не попали, слава богу. Это я считаю чудом. Когда ребята реально вырывались с окружения, выживали под минометным огнем, под обстрелами все. Все верят в чудо. Слава Богу, эти шкарабанки нас вытягивали с такого пекла. Сама знаешь, сама видела. Когда спасали людей, когда три бэки шло против 600 человек, это нереально. Это только наши солдаты украинские, оборванные, могут такое сделать. Согласись, ты же там была. В каждом обстреле мы не прощали жизни, мы молились. Да. Молитва, знаете, що спасає только очі наші всю і віра в себе. Ну, і то во время обстрілу ти навіть не думаєш, воно навіть не страшно, вже другим днем, тобто як по собі, от кого як, тобто. Ну, що бої проходили, обстріли, що вони нас робили, що мінометні огні, потім обратно по сінних йшли обстріли, як вони завжди робили, тобто, ну, професіонально, щоб поки ще не очухалися. То да, воно так не страшно, а вже потім другий день так могло бути таке. І коли своїх бачиш, що 300-х, що 200-х, то все. Я молився по зиму. Тому там я не знаю. Так і не знімаю ніколи. Це я не було цілу річ, яку я собі привіз, і не знімаю. Всі погано, що люди згадують Бога, тоді, коли приходиться, а не раніше. Можливо, того і проблеми такі. Хоча, впевнені, віруючих прибавилося після цього всього. 12 тысяч убитыми, 19 тысяч ранеными и почти 5 тысяч пропавшими без вести. Таковы, если верить утечке с закрытого совещания с НБО, реальные потери украинских силовиков за все время карательной операции на Юго-Востоке. Уходим, уходим, уходим! Украинские военные отступают по всем фронтам. С минуты на минуту на позиции снова может начаться атака. Больше всего украинские военные боятся оказаться в окружении ополченцев. Знают, что Киев сделает все возможное, только бы не вызволять их из котла. После встречи с ополченцами ряды киевских силовиков сильно поредели. Три бригады почти полностью разбили в Южном котле, а 30-ю механизированную в районе Красного Луча. Огромные потери среди 25-й, 51-й и 95-й бригад. В итоге воевать сейчас могут всего 5 бригад. И то одна из них в окружении, бойцы двух других не хотят идти в бой, четвертая изрядно поредела. Я закопал документы. Я закопал карточку там, где моя семья была сфотографирована. Мы попрощались друг с другом, мы приготовились к последнему бою. У нас было выкопано, у меня было 4 окопа, где можно было прятаться и перемещаться. У меня был один окоп, 5-й, где можно было полулежа отстреливаться. Они начинали обстрел, это был минометный обстрел, для того, чтобы нас уничтожить и уложить нас на землю. У меня не то, что было 11 гранат, вот, и был такой раз момент, что я просто их 11 обвинил, вот, то есть на одну петлю вывез за шкурку, вот, если чтоб шел. Ну так, да, нас і так робили. Ну, тобто збиралися, якщо щось не то це. У нас вверх не було куди відступати. Понимаете, ребята з високою мотивацією. Вони готові сражатися, але сражатися, а не гибнуть в безтолкових, глупо спланированих операціях. Я професійності наших генералів, я взагалі цю професійну ставлю під великий сумнів. Дуже під великий сумнів. Хлопців розстрілювали. Посадках. Їм дзвонять, кажуть, що нема боєприпасів. Продержитесь, продержитесь. А як їм триматися було? Як? Скільки загиблих на їхній совісті?
Разведгруппу отправили спасать летчика. Но в результате этого спасения разведгруппа, которая была около 20 человек, пока что к своим вышло только четверо. Ну, знаете, плохой сценарий фильма «Спасение рядового Райана». То есть, да, летчик, да, его надо спасать. Да, это наш святой долг спасать своих товарищей. Но все-таки это должно быть продуманным, оправданным риском. А когда мы теряем профессионально подготовленных солдат, контрактников, которые готовили не один год, только по головотяпству, потому что кто-то посчитал, что скрытно можно выдвинуться в район, занятый сепаратистами на грузовом Урале, ну это неприемлемо. Я не хочу употреблять ненормативную лексику, но у меня по этому случаю синонимы только такие. Там ваши были друзья, да, насколько? Очень близкие друзья. Люди, с которыми я служил в одном подразделении и 5, и 10 лет. То есть люди, скажем так, которые росли на моих глазах, и люди, у которых на глазах рос я как офицер. То есть, скажем так, и наставники, и ученики, и коллеги. И когда вот, скажем так, элиту армии расходуют просто по головотяпству, так по-глупому. Хотелось бы мне посмотреть в глаза тому, кто планировал эту операцию. Ну, только так, без субординации. С ким я не созванивался, то дуже мало полишалося. Оскільки я розумію, дані ці скривають про загиблих. Для чого? Ну, напевно, що бойовий дух був більше, чи що, лише хлопці ж бачаться, знають, них виникають питання, чого це замовчується, чого замовчувалися ситуації, коли не було куди діватися. Вони всі чітко рапортували по всім СМІ, що заточення виведені, підкріплення підійшло, а насправді я дзвоню до хлопців, ні. Так, як було і лишилося. А нема професійних, їх дуже мало. А генералів тих всіх гнать нафіг і судить. Вони думають, що їм пробачать? Ні, ніхто не пробачить. Сьогодні був найгірший день в моєму житті. Я думала про це весь час і найбільше цього боялася. Нам знову почали працювати міномети. Дали команду йти в укриття, бо зараз наші накриють терористів градами. Я чула вибухи. То знову були міномети. А потім крик. Аптечка где? Ми намагалися. Але нічого не могли зробити. Розривай. Вперше на моїх очах не стало людини. У когось не стало друга, сина, чоловіка, тата. Нас почали валити з усіх сторон. Якої допомоги, якої підтримки. Много техники потеряно, много людей раненых, 500-й, как называют. Один 200-й друг мой, который мне теперь придется идти к нему домой. И я не знаю, что его жене было говорить. Но то, что я не оставлю его жену и его ребенка без помощи, этого не будет. Будем помогать все роты. Каждый месяц мы будем им помогать. Это страшно. Это тяжело. Звонила мне вчера его жена, просила включить, чтобы он не перезвонил. Я не знал, что ей сказать. Это тяжело. Я не знал, что если я сказал, что у нас сели телефон, все хорошо. Не сидите под машиной!
машину залезьте все! Я не хочу этого. Я хочу вернуться домой и быть своей семьей. Я не понимаю, за что это. Это бред собачий. Після обіду ми залишили свої позиції і відійшли назад. Відійшли назад, тому що були бомбіжки, нас поставили, не було прикриття. І з двох сторон були міномети, обстріли. Одна смерть, 1-200, 5-300. Поэтому спит. Но это не поражение, да? Нет, это не поражение. Мы сейчас вернемся примерно до места и будем дальше развиваться. Возобновим силы, дополним свои подразделения. Будем дальше развиваться. Все разрушено, все разрушено. Там, где мы были, вовремя смотали. Обидно, Даша, обещают и поддержку, и все. Никто ничего не делает. Заняли все. Наша задача была выполнена. И не один раз. А обещания их никогда не выполняются. Это самое, самое обидное. Тяжело здесь на передовой. Тепер я не лише знаю, чому їхні очі сумні. Я відчуваю їх біль. Я вас благословляю життя. Я благодарю Бога, який вас до сих пор зберіг. І я прошу його далі зберігати вас. Те, що тут відбувається, це війна не лише з зовнішнім, а й з внутрішнім ворогом. Я вас єдине прошу, дуже сильно. Мы все молимся Богу, когда тяжело, когда свистят пули, когда нервы, когда своих сил не хватает. Я вас очень прошу, когда вам легко и радостно станет, когда придет от Бога действительно радость, утешение, или просто в минуты радости вспомните о нем точно так же, как вы вспоминали, когда вам было тяжело. Можливо, це звучить непатріотично. Але я волію казати правду. Заради тих, хто вижив. У пам'ять про тих, хто загинув. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Тут, на передовій, ці хлопці стоять за батьківщину. Та чи стоїть за неї владний тил? Зараз у всіх шок від того, що відбувається. Як поступати далі, ніхто нічого не знає. Що робити? Не знаю. Будуть як посадні утки. Просто вот и все равно, что люди гибнут, честно. Абсолютно все равно. Я участвовал в иракской кампании в составе нашего контингента. И взаимодействовали мы с разными странами. Лидирующая роль там была американцев. И вот один из них сказал мне, что вот героизм, понятие американцев, это немножко не то понятие, в которое вкладывают его, скажем так, в постсоветские страны, то есть, ну, основываясь на советской идеологии. Героизм в большинстве случаев, не во всех, конечно, но в нашей советской идеологии в большинстве случаев, вот американец это сказал, это попытка прикрыть головотяпство начальника. То есть, если все сделать из тех принципов, которые мучат командиров, офицеров,
ну, половины героев просто бы не было. Это неплохо, это хорошо. Нам не нужны герои, которые подрывают себя в танке. Нам не нужны ребята, которые отдают свою жизнь, подрывают себя гранатой, чтобы не достаться сепаратистам. Нам не надо таких путей. Нужны ребята, которые четко, профессионально выполняют свои обязанности. Я считаю, что героизм – это когда человек выполнил свои обязанности максимально и даже сверх максимальной задачи, понимаете? Когда отправили, скажем так, очистить от сепаратистов одно здание, он очистил квартал. Это герой. Это не тот, кто погиб в этом здании и подорвал себя гранатой. Он подорвал себя гранатой, скажем так, ну, от безысходности, потому что других вариантов ситуации ему не оставило. Он герой, я согласен. Он герой. Я не умоляю ни грамма их подвиг, но ну, не надо нам этот героизм. Это не тот героизм, который должны приветствовать профессиональные военные. Да, человек отдал жизнь, но живой-то человек принес бы гораздо больше пользы. Меньше головотяпства, больше продуманной работы, лучше обеспечение. Пусть в нашей армии будет меньше героев. Меньше героев будет. Не надо давать потом посмертные ордена. Лучше живой солдат, который качественно выполняет боевую задачу. Мои ребята по своей специфике проходят очень длительный срок обучения. Это люди с высокой мотивацией. Это, скажем так, может пафосно, но это не только элита армии, это элита общества. Это сейчас немножко поднялось вопросы финансирования. Не каждый года 3-4 назад согласится идти служить в части с огромными физическими нагрузками, моральными нагрузками и получать при этом мизерную зарплату. И эти ребята сейчас пошли в бой за свое государство. Зачастую без бронежилетов, без обеспечения. У них очень высокая мотивация. И из-за головотяпства начальства, из-за каких-то несостыковок в ведомствах, ну, из-за кучи проблем терять ребят, которые могли бы принести очень много полезного, да в конце концов это чьи-то отцы, чьи-то братья, чьи-то дети. Герои, ну я немножко вкладываю другой смысл в это понятие. И хотелось бы, чтобы вот этот смысл немножко поменялся все-таки. Сейчас вернуться домой, тюрьма. Идти вперед, смерть. Воюем тупо за землю. Непонятно, что и к чему. Одни говорят, продали уже давным-давно Донецкую область, Луганскую область. Это все деньги. Территория, деньги, власть. Это не остановится, пока они не живут за деньгами. Самое галимое то, что, блин, откажешься, сядешь. Вот это уже все практически согласны отсидеть. Абсолютно. Всем все равно, только в живыми осталось. И должны воевать не мы. Наше правительство в Украине может разобраться. Это не наша война. Цими дорогами вже давно не їздять місцеві. Тут неможливо передбачити, коли і звідки почнеться обстріл. Після пережитого розумію, що готовим до бою треба бути щосекунди. От саме ця напруга втомлює психічно. Інколи не розумієш, чи дивишся ти у глазок камери, чи у приціл. Чи знімаєш ти, чи видивляєшся в посадці ворога. Ми заїжджаємо у Донецький аеропорт. І, слава Богу, доїхали без жодного пострілу. Хлопці кажуть, що сьогодні тут незвично тихо. Аеропорт розбитий вщент. Ми висадили тут задовго до 26 мая.
и находились здесь около полутора месяцев. И задача армии входила охрана государственного объекта. И все это время этот аэропорт был работающим. То есть здесь были пассажиры, здесь был персонал. Здесь было очень много гражданских людей. Сюда же прилетали для своей избирательной кампании тогда в президенты. Мы здесь наблюдали и Юлию Тимошенко, и Арсения Яценюка. Здесь же мы наблюдали лицо небезызвестного товарища Царева, который сюда тоже прилетал. То есть это был действующий аэропорт. Это терминал мы не занимали, потому что служба авиационной безопасности говорила, что здесь совершенная система, электронные замки, здание новое. Все под видеонаблюдением. А потом мы были очень обрадованы в худшую сторону тем, что служба авиационной безопасности отдала все электронные ключи. Террористам? Террористам, соответственно, с ними активно сотрудничали. Милиция, которая здесь была, просто красиво, демонстративно отсюда убежала. Служба безопасности передала радиостанции, которыми мы здесь пользовались. У них была полная любовь и согласие. То есть все это с их тихого, молчаливого разрешения произошло. Оказывается, как-то совершенно случайно, скажем так, в скобках, все авиационные службы знали о том, что здесь будет проводиться захват, и людям сказали на работу не выходить. Тут был военизированный отряд охраны аэропорта. Они тоже как-то случайно, никто не вышел на работу. Самолеты, которые здесь стояли, улетели. Все, что стояли на взлетной полосе. То есть все это как бы в скобках совершенно случайно. Большой привет пограничникам, которые еще за 3 дня или за 4 до этого принесли свое оружие в ящиках из нового терминала, где был пограничный пост в старый. Отдали нам эти все свои автоматы и сказали: ребят, если что, мы подам вам, вы тут воюете сами. Это погранслужба Украины. Когда принесли ящики, там около 60 автоматов и около 200 пистолетов, то есть мы так посчитали, что если эти 200 человек с пистолетами просто встали на входе, этого бы ничего и не было. Ну, пограничники, видно, ну как-то понимают защиту родины немножко по-другому. После продолжительных оборонительных боев силы самообороны перешли в контрнаступление. Об этом сообщает штаб армии самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. В ходе контрнаступления за последние 2 суток армия ДНР уничтожила батарею установок СМЕРШ, 12 установок ГРАД, 17 танков, более 30 бронированных машин, около 50 автомобилей с боеприпасами. После того, как наблюдательные посты доложили о том, что сюда приближаются боевики, нас всех подняли по тревоге. Это было около 3 часов ночи. Захвата зненацька не было. Разведка тоже наша работала, поэтому нам приблизительный состав и приблизительно, что они хотят, в общей довели заранее. То есть мы знали, что едут конкретно вооруженные. Мы знали, что едут ребята кавказской национальности. Здесь не столько были чеченцы, сколько они хотели, чтобы мы так думали. У них было в группировке 7 дагестанцев, которых они демонстративно возили по всем точкам, как бы показать, Чечня с нами. Они подъехали 2 или 3 КАМАЗами. Нету ни милиции, нету ни пограничников здесь. Они просто зашли себе и объявили все, что мы контролируем аэропорт. А потом оказалось, что часть этого великого воинства остановилась, не доезжая до аэропорта, вот в этом супермаркете оптовом метро, и начали тупо его грабить. Они рассчитывали на то, что они придут, продемонстрируют, сказать, свою так военную мощь. Соответственно, и мы отсюда должны были по их плану уйти. Позиция моего подразделения была как раз вот здесь, на крыше. 3, начало 4-го, видимость улучшилась, и мы уже начали видеть их действия. Мы засекли, наблюдая, что они сюда заносят переносной зенитно-ракетный комплекс. Потом мы засекли переноску во вьюках, это спаренные такое крепление, это 2 трубы, это РПО, реактивные пехотные огнеметы они сюда заносили. Потом мы уже засекли АГС, автоматический гранатомет, который они установили немножко в глубине крыши, за вот этими стеклянными вот сооружениями. Ну вот с той стороны, то есть они старались его скрытно, но, ну не знаю, такие они, наверное, профессиональные военные, что это скрытно было очень хорошо видно. Когда рассвело, они начали носить вот эти плиты, которые лежат. Ну то есть видно было, что человек тянет что-то тяжелое на спине. Сколько человек непосредственно на крыше здесь было? Можно ну, подсчитать? Здесь они перемещались в глубине крыши, но мы, так как нас учили, вели счет тех целей, которые появляются. То есть одновременно мы наблюдали до 15 человек. То есть 15 мы видели четко и понимали, что еще где-то такое же количество находится рядом. Судя по форме, здесь были и остатки Донецкой Альфы, и Беркута. Но были же, скажем так, ну вот это как, ополченцы, что ли. То есть было видно, что
человек вроде со снайперской винтовкой, ну, со мной лежал рядом снайпер, и он смотрел на него, ну и так, в нелитературных словах описывал его профессиональную подготовку. То есть, говорит, что же он за балбес, он сидит, спрятал голову, а ствол торчит, и он сидит с ним, как Дед Мазай с ружьем. Говорит, да, я его не вижу, но я вижу четко его винтовку. То есть, ну, где-то вот такой профессиональный подход у них был. Когда я замерил эту дальность, я понял, что мы сильно близко. Они нас не только видят, но самое плохое, что они нас простреливают. Мы оттянулись максимум, сколько смогли вдаль. То есть, мы остались за крайним вот этим ребром. Я замерил тогда, лазерный дальномер у меня был, между нами было 208 метров. Точно 208 метров, помню, как сейчас. Немножко посветлело, сюда зашла куча, опять же, журналистов российских телеканалов. Они их завели сюда демонстративно, и началась такая, знаете, фотосессия. То есть съемки на фоне терминала, вот в этом углу сидит снайпер. Ребятки позировали, ребятки с оружием так, оружием так. Пока они занимались фотосессией, мы занимались разведкой, считали, сколько их. Какой-то мальчик встал с СВД, какой-то с пулеметом, мы все себе это отмечали. И, соответственно, шло распределение целей, чтобы максимально задавить их, если будет огневой контакт, чтобы они не начали стрельбу в ответ, потому что как бы позиция у них была гораздо лучше, чем у нас. И наше спасение было только работать на упреждение, то есть не дать им поднять головы. З 3 годин ранку до 1 години дня хлопці чекали команди до бою. Але наказ був один – тягнути час. Перше, необхідно було вивезти цивільних і персонал з аеропорту. Друге – чекати на підкріплення. Коли усі пости довели до командування, що цивільних на території аеропорту немає, в небо здійнялися наші бомбардувальники. Колом вони пройшли над терміналом, стріляли не на ураження, попереджувально, в повітря. Проте терористи залишилися на місцях. Сигнал идет перестрелка в Донецке. Сообщают о том, что активные столкновения сразу в двух точках. Наиболее интенсивный огонь в районе аэропорта. С нами на прямую связь по телефону выходит премьер-министр ДНР Александр Борода. Есть ли какая-то хотя бы попытка киевских властей с вами договориться? У нас позиция открытая, честная. Она перед всем миром абсолютно одинаковая. Мальчик, уберите свои, так называемые. Мы должны были обеспечить проход вертолетов и не дать сработать тем, кто пытается их сбить. Вот с этого все и началось. Что вертолеты шли заходом вот так по кругу вокруг аэропорта. Впереди шла пара Ми-24. Когда пошла пара Ми-24, они, видя вертолеты, встали, подготовили переносной зенитно-ракетный комплекс. Но для того, чтобы вертолеты их не увидели, они подошли вот к этой стене, вот, вот где двери. Подошли, встали, и зенитчик, который должен был стрелять, то есть встал и приготовился к стрельбе. Я передал по радиостанции, вижу ПЗРК, и сразу отдал команду огонь. Есть у меня Вова такой мальчик, который с первого выстрела этого товарища, он расстроился, уронил ПЗРК и сам почему-то лег. Наверное, ему не понравилось то, что сделал Вова, но больше он не вставал. Соответственно, мы открыли огонь, ну, скажем так, и понеслось. В Польше началась перестрелка. В небе были замечены два военных самолета. А ближе к утру украинские боевики начали артобстрел аэропорта. Из средств огневой поддержки нас поддерживал один взвод зенитных орудий, десантники на ЗУ-23, десантники 25-й бригады. Угу. Ребята, которые нам здесь очень здорово помогли. Без них это было бы очень тяжело. Этим ребятам большой поклон. Стрельба была плотная. Команда отход была ровно тогда, когда пошел заход штурмовой авиации. Но к этому времени ребята, которые были здесь, начали перемещаться и попытались вот так вот по вот этой зеленочке отходить в сторону где-то вот так между этим супермаркетом метро и вот туда дальше в город. Це була не єдина спроба захоплення аеропорту. Вже після того, як колона терористів виїхала зі Слов'янська і пішла на Горлівку та Донецьк, аеропорт знову спробували штурмувати. З командиром ми йдемо по місцях, які зазнали найбільших ушкоджень. Ось такі раси, так. Полюблюся твоє. Там. Ну, с той дороги, по которой вы сюда заезжали, вот, оттуда танк остановился, где-то вот, там, где просеком, между ними, нитами есть,
Участок не засажен. Он тут жбурнул. До этого вышка была самый сохраненный после штурма объект. А люди при этом пострадали? Нет. Они следовали в середину. Люди были внизу, люди были вверху. Mm-hmm. То есть, слава богу, что никто не пострадал. Мы стреляли в ЖНК. Девушек. И сюда же стреляли в танк. Это уже Донецк? Да. Ну, застрявший 30-миллиметровый снаряд от БМП-2. Он насквозь не пробит. И по этим этажам он специально велся огонь. Но персонал, который здесь работает, говорил, что вышка обошлась по государству 6 миллионов долларов. Давайте выше пойдем. Отсюда, да, велось наблюдение? А тут стекла не было? Тут были стекла, тут были рабочие места. Здесь была аппаратура, здесь полностью здесь диспетчера, которые работали на вышке, они вели работу отсюда. То есть полностью здесь оборудовано. Кондиционеры, шторки, жалюзи, стекла. Так здалеку зарево, думаю, елки-палки, що це салют чи що, далеченько. Ну і побачив, як розриви. Розриви такі, вони вогняні, міни так не били. Не б'ють, а це вогняні розриви, коли вони наближуються до вишки, я вже все. Я вже думав, що не лишимося живими. Сьогодні у хлопців 72-ї бригади ротація. На їх позиції заступає 93-я. До сьогодні ми говорили з ними лише телефоном. І те не про все, що їм довелося тут пережити. Проте зараз ми зустрілися. Так ми відбули тут 2 місяці. Та інколи паршиво було на душі. Особливо, як згадаєш сім'ю. Дуже хотілося. Ну, це саме, для мене це було саме важке. Коли я згадував сім'ю, у мене були моменти, що вона не хотіла говорити по телефону. З дружиною, тому що мені тільки ставало гірше після цього. Вони відбивали атаки терористів і вірили, що рано чи пізно їх побачить мама. Поцілує дружина, обнімить донечка. По-мужськи потисне руку синок. Ця зустріч надихає. І зараз вони їдуть додому. Їхали з аеропорту. На дорозі була засідка, і в неї потрапили наші військові, котрі їхали з протилежного боку. Ззаді, по ліву сторону! Коли ми в'їхали, їх вже обстрілювали. На жаль, у них були втрати. Це по нам стріляли? Ні, це наші роботи. Це наші роботи! Посадку отрабатують! Там уроди стріляють! Давай назад! Кожного разу, коли звідусіль стріляють, думаєш, що це вже все. У якийсь момент я навіть опустила камеру і перестала знімати. Спробувала зібратися думками. Дивне відчуття розуміти, що ти можеш безглуздо загинути у власній країні.
тільки лише через те, що хтось вирішив влаштувати в ній штучну війну. Слава Богу, ми виїхали. Коли йде гарячий момент, одна мисль, щоб не зацепили ні тебе, а твоєго товариша. Ти за ним присматриваєш. Та ж сама Іван Білий. І ти, коли з ним зустрічаєшся глазами, ти розумієш, він за тобою слідить. І він так же само спокійно розуміє, що ти за ним слідиш. Що є друг другу підтримка. Що я не уйду вперед, або він, і хтось із нас залишиться тут один. Йому прийдеться вигрібатися самому. Ні. Є моменти, о яких ви не хочете вспоминати? Так, да, багато. Навіть сьогодні, що ти сама. Нічого ж вспоминати. Приятного нічого. Поехали! Вот каждый раз, когда ты видишь такую ситуацию, еще и сам не участвуешь, ты видишь, что там произошло и кто там, на тебя не хочется. Потому что это очень больно, когда ты видишь. Пусть ты этого человека не знал, ты понимаешь, что человек с тобой был рядышком. Занимался тем же делом, неприятно то, что мне придется родителям с этим всю жизнь жить. Хотя ты их и не знаешь. Тем не менее. У всех есть матери, все понимают их боль. Захватить Донецк киевские генералы собираются к осени. Вот только у министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова другие планы. Для своей армии Донецк заказал несколько тысяч военных ватников советского образца для зимы. Та центральная и западная Украина, у них есть свое мнение. И зайдя туда, мы будем оккупантами. Мы будем идти только туда, и где нас встретят с цветами. Здесь они, здесь мы. А Донецк? Вот это уже Донецк. Реально. Вот отсюда до сюда 1500 метров. Угу. Вот здесь знак зачеркнутый пески, который угу. вы видели, это где-то 800 метров. Угу. И обычно они доходят до вот этого поворота? Да. И обстреливают? Да. А с минометов откуда они стреляют? А с минометов они стреляют. Вот, вот там улица еще одна есть. Угу. И зеленка, посадка. Это по нам? Да. Оставили только название антироссийской операции. Как по мне, то это полноценная война, но просто чтобы противник наш, при всей понятности, кто это, все-таки пытается загребать жар чужими руками. Все знают, что Россия поставляет сюда боевиков. Все знают, что Россия обеспечивает вооружение, в том числе тяжелым бронетанковым. Недолет у тебя! Прямо в яблочко, красава! Все знают, что благодаря поставке зенитных ракетных комплексов сбивались наши самолеты, наши вертолеты. Идет обстрел территории, нашей украинской территории, где находятся наши пограничники, где находятся наши подразделения с территории России. Артиллерийские системы, все знают. Всему миру мы доказываем о том, что реально идет агрессия со стороны нашего соседа. Чисто по-человечески могу понять россиян, которые пришли сюда наемниками, которые зарабатывают деньги на это, которые, как они кричат, защищают славянский мир. Им здесь не жить. Им здесь не жить. Они разрушают тупо инфраструктуру. Рвут мосты, рвут трансформаторные станции, все взрывают. Мне интересно просто, как себя чувствуют дончане, которые находятся в этих рядах, и которые видят, что их родной любитель вот, просто уничтожается. Я их понятен. Школа разбита, больница разбита, 9-й дом полностью уничтожен. Ну, ну это представь, какие. Так это еще капля. А что дальше будет? Если пустят град, то черный пар будет. Когда это?
хотел, чтобы что-то изменилось у нас, так как и вы на Майдане хотели, так и здесь. Я, например, пришел, я думал, что-то изменится в лучшую сторону, а когда смотрю, что получается лебедь, рак и щука. И много очень хороших людей оказалось по ту сторону баррикады, и они не поймут, куда, что и как. Здесь же разобраться очень сложно. И, в принципе, чеченская война это тоже показала, что разобраться это сложно. Ну а что, в Чечне сейчас мир? Я бы не сказал бы. Там вообще вот какое-то бандитское образование организовалось. И здесь пытаются точно такое сделать. Да, я не думаю. Я всю жизнь работал опером, боролся с преступностью. Сейчас буду бороться. Ты кого-то видишь? Никого не вижу. Тут же очень много центров влияния. Тут 6 или 9, от 6 до 10 группировок, которые между собой конкурируют. Справа. Метра 2-3. И вы говорите, лебедь, щука, рак. Какие интересы сейчас, какие разногласия в Донецкой Народной Республике? Кто какие цели преследует? В основном цели – это жажда нажим. Идет передел, и все хотят урвать лакомый кусок. А то, что касаемо для народа, народ, никто ничего не думал. То, что здесь участвует население Донбасса в этих боевых действиях, это одно. Но без поддержки боевиков с России, без поддержки их оружием, боеприпасами, без огневой поддержки артиллерии, эта война уже давно бы закончилась. Это сценарий очень хороший. Но они думают, люди ничего не понимают. Вот каждый здравомыслящий, каждый понимает от мала до велика, что это война, она никому не нужна была. Я просто надеялся, что что-то изменится в нашей стране. Но что-то я думал, что с помощью России. А Россия глубоко на нас и наплевать. А нас тебе ухватил лакомый кусок Крыма и все. А вы тешили себя иллюзией, что вы нужны России, да? А я тешил себя иллюзией, что я нужен России, я нужен своему народу. Оказывается, я не нужен ни России, ни народу по другому поскольку, потому что смотришь, люди ходят там с детьми, гуляют, там ездят отдыхать куда-то, а ты как бы стоишь и воюешь за что-то, не совсем понятно. Ну, ничего. Все мы делаем ошибки, за эти ошибки мы потом расплачиваемся. Никому не интересно брать лишний грех на душу, убью даже, пусть он и враг. Но никому не надо. Всем придется отвечать, пусть не на этом, но на том свете придется отвечать за свои поступки и деяния. Знаешь, как Всевышний видит все это и понимает, тем не менее, тебе придется ответить. Ты все-таки взял оружие. Я хоть его взял на благо своего народа, своих людей, тем не менее, мне придется за это. Вообще вы верите в то, что мы победим? Такой... У вас выхода нет. Я домой хочу. А домой только одно условие. Я должен увидеть границу. Вот и все. Будем побеждать. А куда ноги? Наша же земля. Наш хліб ось. А це не порядок. Значит, будем защищать. Правильно? Для меня есть государство Украины. Для меня есть закон. И закон должен быть превыше всего. Люди, которые взяли в руки оружие, они будут просто уничтожены. То, что мы победим, это однозначно. То, что мы сможем подавить вот это сепаратистское движение, его силовую стадию, то есть уничтожить вот эти бандформирования, мы сможем. К сожалению, из-за вот этих технических вопросов нам не избежать потерь. Ну, не могу я вот сказать, что этих потерь не будут. Они будут. Да, есть потери, ну, которые в бою, ну, просто от них никуда не денешься. Но потери из-за вот таких технических вопросов хотелось бы, конечно, уменьшить.
Но кроме военной составляющей вот этой антитеррористической операции, есть и другие, я же говорю, война за умы и сердца должна быть выиграна. Если мы ее не выиграем, мы получим такое вялотекущее сепаратистское движение, с которым до сих пор не могут справиться в Ираке, с которым до сих пор не могут справиться в Ливии, Сирии. Проблемы, которые до сих пор остались в Югославии. То есть мы просто пополним список стран, имеющих на своей территории вот эту горячую точку, вот этот конфликтный регион, в котором еще долго придется, скажем так, вариться спецподразделением в этом котле. То есть без войны, выигранной за умы и сердца местных граждан, когда граждане поймут, что Украина – это действительно та страна, которая о них заботится, но тут много аспектов. Не только военных, но больше политических, информационных. То есть люди должны почувствовать, что в этой стране им лучше. Родина – это не только место, где ты родился, это место, где тебе хорошо. Вот когда мы выиграем эту войну за умы и сердца, тогда вот это все закончится. Кожного в цій війні є свої хвилини по дорозі до життя. Хвилини довжиною в саме життя. Хвилини, які тобі дарують останню згадку про найрідніших. І єдині слова – «Боже, врятуй». А далі – фатальні думки про неминуче. Якось один знайомий мені сказав, що я не можу відповідати за більше, ніж можу. За увесь світ. За одну війну. Дійсно, здається, це надто складно і не під силу звичайній людині. Татові і мамині батьки, мої любимі бабусі і дідусі, як і сотні тисяч українців тоді, змирилися. Чи зламала їх система? Не знаю. Але до останніх днів життя вони кляли саме її. І я так не хочу. Всім нам вдалося вирвати своє право на життя. Чудом вдалося. Сніжана вдалася! Давай, залазь! Рухайся! Рухайся! Куда тебе ранен? Детка, ой. Противошоковый набой. Есть, Лёка! Рано, девочка, давай. Тихо. Так. Целос есть. Больше никогда не попало? В голову? Нет. Сейчас все будет нормально. Так, мне засыпать. Мы выжили. Але війна не скінчилась. А тому і наша боротьба за свою батьківщину продовжиться. Тут, на передовій, за нашу землю. Там, у тилу, за наш український дух. Слава Україні! Героям слава! Заради тих хлопців і чоловіків, котрих сьогодні оплакують всі.
знайомі і незнайомі. Смерть ворогам! Смерті котрих, на жаль, не стали приводом для загальнонаціональної скорботи. Жодного приспущеного державного прапору. Заради майбутнього. Свого, а не нав'язаного чужого. До зустрічі на передовій. Слава Богу. І слава ж Україні. Присвячується світлій пам'яті дорогих серцю бійцю 93-ї механізованої бригади Збройних сил України Володимиру Толкіну, бійцю батальйону спеціального призначення «Дніпро-1» Сергію Грачову, командирові 5-ї роти 93-ї механізованої бригади Збройних сил України капітану Сергію Колодію, бійцю батальйону спеціального призначення «Дніпро-1» Анатолію Митнику, офіцерові військ спеціального призначення Збройних сил України Євгену Подолянчуку. Усім добровольцям, армійцям і мобілізованим, котрі мужньо загинули на сході України, захищаючи нашу землю від російських військових і найманців.